нормально. Мужики, а что вы делаете? Незаконная торговля. Да я незаконная. Мужики, а там сигаретами торгуют незаконно. Это закон? А на него кто-то заявление писал? Да? Смотри, 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 что делает. Смотри. Слышите? Господа, пойдите, да ты дома, машины стоят. Пойдите, попробуйте им. Давайте заявление сейчас напишем. За незаконную торговлю сигаретами. Оставьте вы его в покое. Столько людей собрали, нашли на кого нападать. Так у нас работает доблестная наша полиция. Поймите совесть. Если позвонили на 102. Я сейчас приведу сюда фермеров, и им расскажу, они платят налоги, они стоят на рынке, платят налоги, а люди стоят в углу. Понятно. Уважаемый, вы чем сейчас занимаетесь в данный момент? Не мешайте нам выполнять свои обязанности. Какие у вас обязанности в данный момент? Объясните ваши обязанности, расскажите ваши права и обязанности. Сидите стариков, или что? А то хабальщики такие, что это просто. Отпустите человека, поймите. Это беспредел. Форму дали, блядь, налоги люди платят. Ребята, вы позволяете все, что попало. Вы только не выполняете свои обязанности. Не выполняете свои права. Я кто такой? Житель города Балаклей, который выплачивал налоги здесь. Обеспечиваю вас. Мы будем на вас будет жаловаться и напишем жалобу, как вы себя ведете. Ваше право. Стоял, вы подошли, меня там... Серега, иди сюда, подождите, на 2 минуты. Просто люди, понимаешь... Не верят. Вот не надо нам ничего верить. На целая куча людей стояла, одного взяли и волочили. Сколько людей стояло, а вы одного схватили и волочили. Тут пенсионеры. Вообще там ее распоясались так просто. А на поселок Нефтяников не хотите проехать, ребята? Там рынок. Отпустите человека. Позор самый настоящий.
У мене вікна, 5 вікон розбили. 5. Забрали все, забрали все, все забрали з гаража. Все. Ну не поліції, там поліції немає. Там нема поліції. Пожалуйста. Так ви хто? Так він прийшов подарок ігрує баба. Хоча позор. Ментам позор. Ви Фейсбук виставите, ні? Правильно, виставите, пусть хамьот это фігурирует в Фейсбуке. Позор, самый настоящий. Баба хватает. Позор. Позор. Нашли на ком. Людина в возрасте причепився и все. Ну совести немає, все, что можно сказать. Хай бы на поселок из пьяника, хай бы там на задницу посадили. Так они боятся. Они ж боятся этих разработки. Взятки брать, они мастера, а боятся. До людини прищепляться. Они на поселок нефтяников боятся, потому что там им по морде дали. Да правильно так, сделали. Так, почему они его не отпускают? Да нормально, что он исполняет. Так а почему вы держите? За торговлю. Почему вы держите? Что он сделал? Да тут мужика таскали туда-сюда. Вот давайте сейчас соберемся и напишем заявление на нашу полицию. Что это такое? За что? За что держит человека? Издевайтесь над людьми. Есть это, есть снимок, что за руки тянули его? Есть? Вот давайте это, давайте сейчас соберемся и полиция, давайте все вместе пойдем. Что там делать? Его через 2 дня уволят, чтобы свои правила тут не останавливали. Уволят, уволят, я вам говорю, что уволят. Будем обращаться дальше, что это такое? Вы там, где порядки наводить, там вас нету. А вы за руки хватаете несчастного человека, которому там на хлеб нету. Так хотя бы на возраст какую-то скидку сделали, на людей на возрасте. Ну совесть поймите. Это куда? Куда они вас ведут? Что они хотят? Что они хотят? Зачем? Зачем? Пусть идет следователь. Так, делайте снимок. Давайте так, а на месте, что нельзя составить протокол. Делайте снимок, давайте пишем заявление сейчас. Подождите, это самое. Ребята, вы в данный момент, тут стоите, да, вы сейчас такие рассуждаете, вы в форме. Смотрите, вот нарушение, таксист стоит. У него документы есть. Там они не видят, там их нету. Так у нас сигареты за углом, он продают все без этого сразу. А что? Сначала... Конечно, у нас есть все. А с какой-то одной стаи я должен их показывать? Нет, подождите. Вы человеку удостоверение показывали изначально? Подождите. Удостоверение показали. У него есть ручка, ручка и бумага. Запишите это. Как это? Представьтесь, пожалуйста, как ваша фамилия? Значок 0086. Вы не задерживайте, вы обязаны представиться. Вас это, вас... А мы, вас не, мы вам не мешаем, мы просто защищаем человека, который ничего не нарушил. Вы должны представиться. Идите в суд, там и защищайте.